Переместитесь в зону боев. Вернитесь в зону боев. Половина войск противника уничтожена. Итальянцы готовятся к последней атаке. Пусть приходят. Их ждет поражение. Эти земли принадлежат империи. Врагу в подмогу прибыл дредноут. Thank you.
auf die Beine. Станет поворотной точкой. Имперские войска по всей Европе услышат о нашей победе и прокричат имя императора. Мы вдохновляем всех, братья. Это исторический день. Можно лишь предполагать, как повлияла бы на будущее Европы победа Австро-Венгрии. Возможно, оптимизм на волне успеха положил бы конец многим националистическим восстаниям, вспыхивающим по всей империи, что позволило бы Габсбургам еще на несколько месяцев сохранить контроль над этим скопищем стран, рас и народностей. Адская бомбардировка. Шум. Дым. Самая жуткая канонада из тех, что я слышал. Нас накрыло дугой красного пламени, она как будто уходила за горизонт в обе стороны. Это новый тип войны, ребята. Берегитесь. Они зовут себя штурмовиками. Элита фрицев. Получили приказ покинуть окопы и атаковать нас в лоб. Давай, смотри на штык. Представь. Он пронзает сердце Ганса. Последний.
Людендорф приказал пробить брешь в передней линии обороны. Нужно захватить укрепление Блюлайн здесь, потом занять командную высоту на ферме Вантюр, а после, пройдя через коммуну Травси, мы сможем атаковать мельницы и зачистить дорогу на Амьен. Теряем цель Аист.
теряем цель. Это тебе аптечка! Аптечка! Тебя ранили! Я тебе помогу! Держи аптечку! Ранили! Я тебе помогу! Я займусь твоей раной. Спасибо тебе. Да ты ранен. Я тебя подлечу. Я тебя заштопаю. Мы теряем цель, Баклан. Потеряли сектор. Отступайте в следующий сектор. Теряем цель, Баклан. Мы потеряли цель, Баклан.
Теряем цель, Сорока. На цель напали! Остановим врага! Цель Сорока. Половина войск противника уничтожена. Мы потеряли сектор. Отступайте в следующий сектор. Теряем цель, Баклан.
теряем цель Аист. Вытрясли из нас душу. Но эта битва не окончена. Вовсе нет. Отходим в Амьен. Окопаемся там и покажем этим слепцам, чего стоят британские солдаты.